Я завел будильник, но ты знаешь, он такой ранний был. Знаешь, я его завел на музыку «Чудовище». Я такой просыпаюсь, и мне кричат «Чудовище». Я просто хотел выключить и обратно заснуть. Короче, просто не проснулся, да? Ну, я... Не надо меня снимать. Что ты меня снимаешь? Всему подготовился. Абсолютно ко всему. Вадим, помню, рассказывал, он взял фотик. И не зарядил. Еще хуже. Аккумулятор оставил. Честно. Да. Он его зарядил. Забыл. Еще обидеть. Да. Что ж, это было просто потрясающе. Мы даже не опоздали. Вообще на 15 минут раньше ты приехал. Да. Спасибо тебе большое, папа. Была отличная поездка. Встречка поехал. Ну тогда высаживай меня, да? Ладно, все. Блин, ладно, давай дальше. Все, я поехал. Все, да. Спите в автобусе. Да. Привет! А я только... Уже? Да, только уже. Уже как только. Я только что, только-только. Правильно, правильно. Тебя прислал Вадим какое-то сообщение? Нет. Нет? Я не знаю, мне прислал. Я точно... Ох, отлично. Наверное. Не говори, что ты не разрезал. Ну, чувак, пойдет. Ты так вот, скомкай. Ну да, скомкай и так, хоба, хоба. Он пробьет еще и другие. Не пробьет. Да чего ты? Да не пробивают. Ну, он чекнет, да, но вдруг... А что ты за фигня, у тебя 2 билета? А туда и обратно. Нормально. Все нормально. У меня просто офигенный звук. Ну, вот она точно нет. Хотя нет, видит. Особенно. Мне, короче, у Аруиха будет скоро камера Advanced Work, работа с камерой. Mm-hmm. Я предлагаю вам поучаствовать, снимать. Mm-hmm. Нужно, короче, будет придумать вместе сценарий, и все будет цветное. Цветное. Да, я думаю, даже диалоги, может быть, будут. Просто думаю, после их, и когда мы вдохновимся, mm-hmm. сразу вот так собраться и так... О, давайте какую-нибудь актуальную тему обсудим и думаем, да, запишем и будем снимать. С аппаратурой, со светом, со всем. Ого. Блин, вот это серьезно. Фига, у нее Sony Alpha. Это я только на своей полупрофессиональной. Да ладно, Sony Alpha. Очень клевый. 200... Ну да, я не такой интернет-чувак. Во-первых, потому что у меня... во-первых, Symbian стоит. И на него ставить интернет, что-то вроде 3К, бесполезно. И ну, я человек работающий. Я использую и лаптоп, и свой телефон только для того, чтобы, блин, монтировать и делать работу, фильмы. Wi-Fi у тебя там есть? Нет.
Ну как? Да, поддерживает Wi-Fi, чтобы подключиться. Нет, Wi-Fi он поддерживает, чтобы подключиться, но сам так раздавать не сможет. И не знаю, там много чего не может. Это же прошлое создание. Будем в курс дела. Я смог узнать. Не, я пока еще не узнал, конечно. Я начинаю узнавать, где находится контур Демая в Ихве. Благодаря нашему Ватиму, который научился раздавать интернет из своего Galaxy S3. Да. Похлопайте. Да. Я так и подумал. Жарко, да? Хорошо, что солнце не светит, а то были бы как в бане. Ну, а им-то все равно. Отвечаешь за слова, да? Ладно, ловлю на слове. Планы. Планы великие. Нужно нам доснять наконец-то этюд погоню. 7 кадров. И все. Да, да. 7 кадров и все. И мы доделали эти погони. Мы молодцы будем с тобой. Мы успеем за на следующий год? Да, успеем. Погода подходящая, начинает расти трава, но листьев на деревьях уже еще нету. То, что было в прошлый раз. Знаешь, у меня следующая неделя подготовительная, и после недели у меня начнется очень жесткая тема с... Блин, я только подготовил. Ну ты только... Ты в воскресенье приди, и все. В воскресенье вот все будет снято. Я боюсь, а вдруг что-то не получится? У меня будет экзамен, там еще что-то. Вдруг. Я просто тебе говорю. Ну, вдруг. Ну, я тоже надеюсь. Можно, да. Ты прям бог. Валом. Это почему? А потому что кадры хорошие. Он это умеет. Ну-ка повтори. Ну-ка давай, повтори. Давай поплаваем, у меня настроение плавательное. Если в центр, там лучше. Если в центр, тогда пошли. Ну ладно. Куда, Полин? Вот мы можем обойти уже здесь. А вот и Ихве. Воу-воу-воу. Эй! Куда? Куда? У, жирафа. Ну, отлично, да. Это даже видео нужно делать. Да, я так и сделал. Это с булкой. Это с булкой, да. Латерна магика с булкой. Верно, да. Давайте заценим, что нужно. Меня снимают телекамеры.
Заценим, что мы купили. Амандем и пицца. У меня плов с двумя котлетками. Конечно, из отсюда не видно. И купил еще прибор, потому что котлетки с пловом без прибора не имеют никакого смысла. Они в симбиозе. Нельзя по-другому. А теперь обязательно, что я купила. А еще? Да. Нет, не говорю, как. Эстонский колокольчик, да. И... А, два сырика. О, сырик. А я еще Нести купил. Зеленый. А что ты, Полин, купила? Скрывает. Конфеты. Ультрапак. Вау. Конфеты. Конфеты. О, банан. Давайте посчитаем, сколько это все вместе стоило. О, нет, не надо. Пойдем искать тоже. Да, пойдемте. Поддерживаю Вадимыча. Воу-воу-воу-воу. Ну-ка, повтори. Я спросил. Вы готовы? Да. У нас есть миксвидинская кричалка, да. Ой, слушай. Логан какой-нибудь. Я бы сейчас придумал. Давай, миксвидео. Мекс ТВ, я не знаю. Да. МЕКС. Просто Мекс. Но как в полосе, да? Да-да-да. Должно. Да-да-да-да. Пошли. И стоял. Вы как упоротые. Ой, ну что ты? Чувак, тут все мои вещи. Ничего себе. И я еще и ремень не застегнул. Ну погоди, ёшкин год. Ты бы себя видел, как ты снимаешь. Так снимай, как я выгляжу. Я не знаю, как я выгляжу. А у тебя хороший ракурс. Да? Да. Ты так думаешь? Хорошо смотрится. А ну-ка сделай. Хоп. А ну-ка я ближе подойду. Смотри в камеру. Что ты снимаешь сейчас? Я снимаю тебя, классного человека. И тут один день, говоришь? Да. О май гад. Ну, один день из жизни. Один день из жизни. Это... А! А я не взял свою еду. Марка, какие вообще проблемы? Еду ловить. Ну, только так жечь. Понимаете, у меня очень трагичная история с Бенкой. Я хотела дать Белочке шоколадку. Положила шоколадку на ладоньку. Она подавилась? Нет! Умерла? Она укусила меня за палец! Я шоколадку, она меня укусила! Она за это тебя укусила! Дави его!
дави! Помню, в каком-то мультике я смотрел, какая тема была. Это в Чунга-Чанга было. Чунга-Чанга! Я недавно смотрел, что-то такое. О, у тебя так он хорошо похрустел. По карту Некуку я смотрел. Как эти Adventures, где эта собака? Как они называются? Adventure Time! Да, Adventure Time! Точно! И там, короче, кто-то из этих, короче, делал все время. Он такой, зачем тебе, это не поможет. А, нет. Все, я вспомнил, где это. Вот. Это не Adventure Time. Нет. Это где монстры с монстрами. То есть дом с монстрами, монстр с монстрами. А это Adventure Foster Time, как-то Foster Adventure House. Нет. Сейчас. Там, где зайчик такой этот. Зайчик. Они, короче, пошли в поход. А-а-а. И это привидение синенькое, оно, короче, делано. Точно, точно, я вспомнил. Привидение синенькое. Я не знаю, я такой смотрю так. И действительно дождь пошел. Да, я вызвал тебя помогать. Я только развел костер, типа, а ты дождь вызвал. Хорошая шутка. И по Чаджински ходишь, с другой стороны, это, знаешь, очень... Вот, если они обернулись бы, это было бы очень странно. Ладно, больше не буду, извиняйте. Надеюсь, никто меня не снял в такой походке. Да. Все монтировать умеют? Да. Каким... Так, тут молчание. Я нашел сестру. Каким? iMovie Final Cut. Или какой-то... Sony Vegas. Окей, принимается. А Sony Vegas... Adobe Premiere Pro CS6. Вау! Сколько? Дней. Сколько уже занимаешься? Сразу начала. Ну, это с Нового года где-то. Ну да, а ты все понимаешь. А ты сколько? Так, сколько уже? Год, нет? Нет. Открой рот, Саш, открой рот. Не надо. Не слушай. Стейте, силой тебя вдруг. Блин, рука твоя! Рука! Ух ты! Потрясающе! Ха-ха-ха-ха! А? Потрясающе! Она тебе цапнула за камеру! Не... Вот белка вообще ничего не боится! Она не цапнет меня! Ну, это белая русо-белка такая. Ух, потрясающе! А другого тоже цапнет! Я понимаю, перед тобой ястреб находил. А другое дело. Вот это... Передо мной павлин ходил, я такое повидал. Альфа-голубь. А этот все наблюдает. Назову фильм «Белка и голубь». Ой, как мило. Ой. Камеру, ты пришла. Почему? Да ты ушла опять, как я включил камеру. Это закон подлости вдвоем, привыкай. Да он сейчас мне нечего меньше. Давайте подведем итоги. На нас чуть не напала банда голубей. И ими управляла белка. Первопроходец белка. И еще за всем этим наблюдал... А, сволочь, он уже сбежал. Он уже улетел. Да. Это, короче, тот чувак, который кадрил. Да, точно. Смотрите, дырка в дубле. Дубле. В дупле. Вон там, сверху. Вот. Вот он человек, который понимает меня. Да. Верно. Точно. Точно, подтверждаю. Ой, а кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Ах, полетела птичка. Ой, нет, еще не улетела. Потрясающе, она ползает по деревьям. Они его диссонируют.
Слушай, нифига на камере не видно. Но это потрясающе. Давайте послушаем тишину. Кажется, птичка волшебная. Она нас приведет в волшебный мир. Когда она придется к тебе, Лазарь? Да. Все ради волшебства. Прости. Неужто ли это Марина с Игорем? Риторический. Здравствуйте. Да. Кино вот снимаем. Вот именно. Какова наша кличка Max Video? Да. Это Max Video. Отряд. Сори. Еще 9 лет и 30. Может быть, ты найдешь себе красивую жену и позовешь нас на свадьбу. А мы хроники про это снимем. Марина. О, кто пришла? Пошли за диван. Да. Это тоже трехсмысленный случай. Секретное место. Пошли за диван. Мне подарили цветы и бейджик. Sweet to music, oh the light.
Taking a picture of you. Taking a picture of, taking a picture of me. Taking a picture. Kiirusega. Mõne hetke jooksul võime käia läbi erinevad maailmad tunda, erinevaid tundeid, kas siis järjest või vahel lausa koos. Ja videoklipil võib olla pea 300 kaadrit täpselt nii nagu seda omal ajal 20. aastatel oli terves filmis. Ekraan в буквальном смысле слова играет с нами, и за считанные секунды мы можем совершать головокружительные перемещения. Soolis multifilm esitleti 17 tööd ja parimad neist 17 работ представленных данной номинации 3 лучших. Мина Адулин. Вот я пришел. Евгения Чупова, сланцы студия Савенок. Теадус meie ümber. Наука вокруг нас. Полина Линовицкая, Мексвидео, Таллин. Kuuse käbi, Danil Skriven, ravestnik, Narva, Eesti. Multfilm Šiška. Võitja kuulutab välja rahvusvahelise nukuteatrite assotsiatsiooni liige, nukuteater Lepadriinu kunstiline juht Leena Vaher. Ну, спасибо большое, во-первых, что вы, вот, организаторы, не забываете о нашем маленьком кукольном театре и приглашаете на этот замечательный праздник. Хочу всех нас поздравить с этим праздником, потому что всегда он проходит в такое очень красивое время, такое красивое название праздника. Вот я пришел. Евгения Чупова, Савенок, станция «Россия». Вот я пришел. Фильм-победитель. Я уже говорила, уже за границей. Все призы вместе с фильмом. Мина тулин я... Кольмас кофт. Теадус meie ümber. Наука вокруг нас.
Полина Леновицкая, Камин, студия Микс-Видео. Можно слова, Полина? Да. Кому ты благодарна? Давай. И задумалась. Ну, кроме себя. Может, экрану? Бывай экран, я Даулик. Спасибо большое, это очень волнительно для меня. Я только в этом году начала заниматься анимацией, и я очень благодарна своей студии. Спасибо. Мы тебя души поздравляем. Это действительно ее первый фестиваль. Молодца. Фестиваль будет нас узрить. Ну и тогда выйдем фильм. Сидим вот так медленно, а потом...